Впервые за всю историю Красноглинского района разработана и принята комплексная концепция развития, где ушли все направления от благоустройства дворов до создания крупных транспортных узлов. Среди первоочередных задач – улучшить качество воды в управленческом. Проект двух новых веток водовода будет готов уже в декабре. Предусмотрено проектирование и строительство двух водоводов шестисоток от насосной фильтровальной станции номер 2 до поселка Управленческой протяженностью 18 километров. В районе активно строят новое жилье. Количество жителей увеличивается. В последние годы сильно выросла и рождаемость. Два сада и одну школу уже открыли в микрорайоне «Крутые ключи». Строить школу и 3 детских сада будут и в управленческом. Помочь в благоустройстве и реализации социальных проектов готовы и крупные предприятия района. Одна из важных задач – создание новых рабочих мест. Район знаменит и природными достопримечательностями, имеет все шансы стать одним из основных центров притяжения туристов. Учитывая, что район такой рекреационный, на мой взгляд, да, экологически чистый, зеленый, наверное, здесь мог бы развиваться туризм. Поэтому в плане нужно прописать отдельные мероприятия, связанные либо с созданием туристических агентств, либо с разработкой туристических маршрутов. И они должны быть, конечно, обустроены, эти маршруты, чтобы людям было удобно. Это дополнительная налоговая база будет в районе. Глава Самары отметил, что план необходимо расширять и ставить более амбициозные задачи, в том числе и по ремонту дорог. Концепция развития живая, и поучаствовать в ее создании может каждый житель. После доработки концепции она будет передана на рассмотрение губернатору. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.